Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала KingDM, который называется «Я сделал свою Counter-Strike 2, потому что мне не дали в нее поиграть». Так интересно, с подходом. Мне не дали поиграть, в это свою сделал. Молодец. Могёт, если. Так, я понял, наверное, зачпырили там школьники, а он обиделся. Так, KingDM, я ставлю лайк в кему. Потом, друзья, мне лайк ставьте, комментарии пишите, поактивнее будьте. Кто хочет заказать ролик или поддержать канал материально, внизу в описании есть ссылочки. Угу, все там, смотрите. Короче, я... Там же еще есть Бусти. Да. Не получил бетку CS2. Почему всем дали, а мне нет? Ну и ладно, тогда я сделаю как, собственно, делают шутеры. Пошли, пошли покажу, пошли. Пошли, говорю! Нет. Хочешь? Нет. Итак, нужно начать стартер контента, далее перейти на Temples и Futures Pack, потом использовать Engine Source, добавить... А, ну всего-то, ё-моё, всего-то. Ему все, что необходимо, после чего заюзать график таргет, при этом выбирая шаблоны. Да вообще тут... Сейчас вот закончу, пойду сделаю какую-нибудь свою стрелочку. Я хз, что это все значит. Ты слабоумный, о! Ладно, тогда с импро... Вот каша, по которой я говорил. Визируем. Пункт первый. Сделать платформу, на котором все и будет держаться. Бум. Бэм. Ба. Бара-ба. Бум. Пау. Великий какой этот, Рик и Морти, помните? Я, говорит, сделал... Это идеальный квадрат был? Идеальный квадрат, говорит, Морти, и сюда встань на него. Откуда стоит. Её такой вытаскивает. Нет, 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 верните меня в этот квадрат, пожалуйста. Я не хочу жить в этом мире, проклятом, не идеальном, нет. Пожалуйста, верните меня, хоть пару секунд дайте побыть в нем. Если найду, вставлю, я просто не помню, как, что за серия была. Ого, здесь так... О, господи, боже. Да, по-настоящему ровно, сучара. Морти, нам пора в школу. А, все такое кривое! Реальность — это яд! Я хочу назад! Ненавижу! Что? Пункт второй. Добавить стрельбу. Я добавил модельку калаша и пистолета, и теперь добавим саму стрельбу. Стрельба в играх бывает двух видов. Игры, где пули летят туда, куда вы целитесь, и вторые, где вам нужно изучать траекторию полета пули. Угроз каждого оружия. Зажимать, если не дай бог. Ну да, там есть баллистические всякие характеристики изучать, да. Есть такая наука, баллистика, по-моему, называется. Баллистика, ну она так называется, баллистика, да. Там прям, там столько всего интересного, там прям, как пуля летит, там вообще очень много интересного всего. Там не только пуля, там просто как тело летит, силы притяжения, как... Это очень сложная наука, это не для нашего канала, не буду объяснять. Ты меня слышишь? Не дай бог, ты хотя бы один из этих пунктов не будешь знать в идеале, то тебя кикнут. За что? Но вообще-то это добавляет реализм, а реализм очень... Фу, я наступил в душнилу. Пункт третий. Я добавил название команд и меню закупа оружия, чтобы было удобнее менять оружие. Хотя у нас сейчас из оружия только калаш и пистолет. Пункт четвертый. Уж разошелся. Видать, первая игра хорошо зашла, наверное. Наверное, много купили ее. Надо будет посмотреть потом. Теперь нам нужны модельки солдатиков. Я как раз нашел этот пак абсолютно бесплатно. Ну и раз они у нас есть, надо бы применить их на нашего дефолтного пухлика и вдохнуть в него жизнь. Воскресни, сын мой! Вот что Господь делает! Вот что Господь делает! Пункт пятый, или вроде шестой, хаза. Я запихал в него кучу анимаций. Анимация ходьбы. Прыжки. Анимация медленной ходьбы. Подтягивание. Танцы. Эй, 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 эй. Пункт седьмой. Мультиплеер. Видите ли, кодить не моя сильная сторона, так что нам нужна... Да, тот, который без сна. Помощь от... Кстати, стоп. А я бы хотел пожаловаться на ваши комментарии. Почему все пишут комментарии по типу «Свободу Артему»? Точно было дело, да. У меня, кстати, тоже писали «Свободу Артему». За сколько нынче Артемы? Надеюсь, ты Артем. Хочу такого же. Держишь в подвале. Артема держишь не в подвале? Ну что за бред? У меня с Артемом исключительно уважительные отношения. Сейчас такой, все, можно я пойду? Лещина, сука, ты работаешь? Нет, так что хватит писать дебильные комментарии, ну серьезно.
просыпайся. Ты будешь 40 часов подряд писать код на C++. И не дай бог, я найду хотя бы один баг. Ты же не хочешь, чтобы все было как в прошлый раз? Вот и отлично. И как видите, я подключил троих своих хоми. И все работает. Подожди, подожди, давай попробуем за карту игры прыгнуть. Погоди, ща, я вот от этого чуть-чуть назад отойду. Сейчас опять тебя вытолкнем. Одновременно, давай. Оу! Пункт 8. Карта игры. Изначально я хотел взять мега реалистичный Dust 2, но блин, я хочу чего-то нового. Из года в год Dust как был, так и остается. Только графон меняется. Локации одни и те же. Посему я нашел эту бесплатную карту в пустыне. Опять спиратил. И, как говорится, Ctrl-C, Ctrl-V было твоим, стало нашим. О, глянь, у меня теперь ноги работают. Что с ножом? Хотите увидеть немного магии? Кстати, да, Дэвид Блейн, прикольно, знаешь, был. И надо над цветом поработать, а то тут темно как вообще. Дядь, слэш, думаю, будет правильно, если мы закроем все входы и выходы, а то кемперы будут душнить всю игру. Да. Какой-то черт с дробашом зайдет вот сюда и просто будет набивать фраги. Собственно говоря... Какой черт с дробашом? Да, в 9-м пункте этим я и занялся. Я полностью закрыл все входы и выходы в домиках, чтобы кемперы не действовали другим игрокам на нервы. Пункт 10. Кемперы? А я добавил в 2 раза больше пушек, чем в CS2. Учись, Гейб. Настроил анимацию стрельбы, когда оружие шатается из-за отдачи, и анимация затвора, и мазл флэш. А перезарядку добавим в бета-версии, ибо, ну, мало кто знает, но анимация именно перезарядки оружия может занять минимум, я повторюсь, минимум месяц. Если же сделать эпичную анимацию, как, например, ютубер Хумас, или Хумас, сори, я как правильно, то такое спокойно и 2 месяца займет. Раз это первая альфа-версия, анимация перезарядки оружия нету, но в любом случае я добавил в игру анимацию попадания пуль и, конечно же, рикошет. Пункт 11. Ну, раз это альфа-версия, то я добавил простенький закуп. А в дальнейшем у нас будет 3D-анимация, но пока обойдемся простенькими списками, как в CS 1.6. А для того, чтобы было понятно, что ты покупаешь, я в фотошопе сделал кнопки отдельно для каждого оружия. А и кстати, для диффузов я просто добавил плоскогубцы и вырезанные провода. И выглядит прям имбово. Далее я настроил каждое оружие в руке, что заняло у меня примерно 3 дня. Боюсь представить, сколько у меня занял. Вот анимация перезарядки. Пункт 12. Улучшение карты. А я сделал стрелочки и обозначатели закладки бомбы А и Б со своими особенностями. А и Б сидели на труде. И пару стикеров и обозначателей, чтобы игроки не запутались. Это для компьютера играли или для телефона? Как думаешь, дядя Симпл не обидится на такое? А, погоди, я не вижу. Сейчас подойду. Гачи... Джим. Так ты сейчас вроде молота взял. Вот сейчас попробуй. О, я же говорил. Это молот. А, короче, я тут подумал, это... Нюхай бебру. Го дуэль на счет 3, давай. 1, 2... Я не успел сказать 3, алло! Это 250 тысяч, что он тратило. Я тебя вообще не слышу, что взрывается. Офигеть, я далеко кинул. Так если сильно зажать, можно на другой конец карты закинуть. Тут пофиксить, иначе вообще есть какой-то начинается. Погоди, что? Что? Я на тебя запрыгнул? А, так я паркур добавил. Не двигайся. Тут можно на тебя запрыгнуть. Смотри, вот встань в угол, смотри. Стой, давай. Смотри, взбираюсь по тебе, а потом оп, и на крышу. Это прикольно, это очень круто. А я не специально. Ставь бомбу, на четверку зажми просто, и все. Я, кстати, текстуры бомбы не добавил еще. Дядь, иди сюда. Знаешь, что это? Это... Grand Mobile, лучший RP на Android, где ты можешь отстоять. Лобы и побольше игры. В прошлый раз многие писали, что... Под закрепленном комменте. Пункт 13. Меню игры. В прошлый раз многие писали, что анимация в меню была прикольная, но можно было бы и побольше сделать. Хорошо. Я снова залетел в Midjourney, написал «Солдат сидит на песках с оружием в руках», и из 8 вариантов мне понравился вот этот. Я закинул его в After Effects, анимировал ему рот, ну, типа он в пустыне в маске, типа, ну, в маске душно, и поэтому он дышит ртом.
Ну, потому что воздух... Ну, короче, вы поняли. Далее анимировал задний фон, убрал небо и заменил на таймлапс облаков. Анимировал пальмы на заднем фоне и добавил вертолет, который я нашел на ютубе. И как последний штрих добавил эффект пыли. Ну, типа это пустыня и там бывает песчаные бури. Ну, очевидно. И вот что получилось. И, кстати, я решил заморочиться и для хп анимировал сердце. Когда вас будут попадать пули, экран будет краснеть, и из-за того, что у вас мало хп, сердце будет биться быстрее. А чтобы я мог залить игру в Steam, мне надо сделать еще для нее лого. И снова залетаем в Midjourney. По идее, у меня будет команда красных и синих, а не Terra VKT. Поэтому я так и написал. И в итоге, я не шучу, из 56 вариаций я выбрал вот это лого и вот этот постер для игры. А лого, логотип, ё-моё, я чё за лого думал? А потом придумал оригинальный логотип и название. И да, у меня игра называется Counter-Strike. А пожалуйста... Молодец, оригинально. Да не путать с моим конкурентом Counter-Strike, потому что, ну камон, у них даже паркура в игре нет. Пункт 15. С моим конкурентом. Это не конкурент. Хотя хрен узнает, сколько её там... 900 тысяч просмотров. Ну, может быть, да, может, пару. По-моему, звуковые эффекты. Я позаимствовал звуковые эффекты из старой версии CSGO 2016 года. Какие же там были кайфовые звуки. Это просто что-то. А для меню я нашел эту мелодию с нотками арабской музыки, добавил звуки вертолета, песчаной бури, звуки войны и, в целом, для альфа-версии очень даже ничего. Еще одна фишка моей игры — это общий голосовой чат с противником. Знаете эти моменты, когда, ну, ты видишь, что челик играет с читами, и пока ты напишешь ему все, что ты о нем думаешь, ты уже упустил момент и как-то кринжо. Аутист. Во что ли? Лучше высказать все это ему в лицо. Пункт 17. Как поиграть в альфу? Увы, бета-версию в стиме мы зальем в конце августа, ибо нужно будет добавить ачивки, звания, меню анимаций, перезарядку, а потом все это еще будут 2 недели проверять. Поэтому, чтобы поиграть в альфу, сначала нужно запустить Steam, потом скачать альфа-версию Counter-Strike, которая будет в описании, содержимое архива закинуть в любую удобную для вас папку и запустить игру. После чего вы либо можете создать свой сервак, либо подключиться к другим челикам. Просто нажимайте один раз на тот сервер, в который хотите войти, и подождите 5 секунд. Что ж, после того, как поиграете в альфа-версию, напишите, что бы вы хотели исправить, или у вас есть какие-нибудь крутые идеи. А я вижу потенциал в этой игре, но, увы, для создания полноценной игры потребуется минимум полгода. Так что, думаю, раз в 2 месяца я буду выпускать обновы, но уже в Стиме, и надеюсь, мы со временем переплюнем CS2. Что ж, огромный вопрос. Человек молодец, да, он, видать, с играми разбирается, постоянно, ну, делал ролики про игры, про всякие косяки, там, лор и все это. Ну, вник, узнал все это, а теперь сам игры делал. Молодец, молодец. Ну, конечно, что-нибудь поудобнее, ну, не CS бы сделать, что-нибудь такое бы. Ну, это не мое, не я как бы учитель, но молодец все равно. Вам спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. А, кстати, вот эту локацию я решил назвать Базар. Хаза, мне мид не очень нравится, я просто назвал его Базар. Но надо будет потом название придумать на карте. В любом случае, еще раз огромное спасибо и всем пока. За карту убежали, что ли? Так вот, друзья, опять чат у меня открыт. Забыл со стрима убрать. Вот такая вот сегодня получилась реакция. Понравилось или нет, напишите в комментариях. Там лайки, ставьте комментарии. Будьте клёвыми. Всем пока.